Здравствуйте, вы смотрите «Хобости». В студии Андрей Масленников и Анастасия Левашенко. Коротко о событиях в стране и мире. Владимир Путин принял несколько судьбоносных решений, молча и собранно, смотря в окно. Дмитрий Медведев в это время сделал несколько селфи со всеми, кто хотел обсудить с ним проект бюджета на 2016 год. Президент вызвал мужчину из правительства и долго и строго смотрел на него, пока тот что-то мямлил. Премьер в это время находился в том же кабинете. Кстати, он и был тем мужчиной из правительства. А президент в это время встретился с активистами Объединенного народного фронта. Долго слушал, какой он хороший и не устал. Премьер-министр Дмитрий Медведев лично проинспектирует продовольственные магазины, так как у него природный нюх на норвежскую рыбу. Константин Эрнст заявил, что отныне новости Первого канала будут сопровождаться музыкальной темой из шоу Бенни Хилла. В Государственной Думе с прискорбием сообщают, что Елена Мизулина за лето так и не смогла придумать ни одной новой законодательной инициативы. Поднимается вопрос о лишении ее депутатских полномочий. В Европарламенте сейчас проходит обсуждение очередного пакета санкций против российского правительства. Естественно, это никак не может нам понравиться. На прямой связи со студией наш собственный корреспондент в Брюсселе Всеволод Котов, который не скажет нам ничего нового, но наверняка подтвердит то, что мы и так знаем. Здравствуйте, Всеволод. Здравствуйте. Вы находитесь в Европарламенте. Только что закончилась первая сессия обсуждения нового пакета антироссийских санкций, верно? Да, верно. За введение санкций проголосовали все, кроме Финляндии, потому что финны опасаются, что им запретят ездить в Санкт-Петербург за алкоголем, верно? Да, это так. Мы осуждаем такую политику как непоследовательную, недальновидную и глупо проамериканскую. Да, осуждаем. В Брюсселе сейчас легкий ветер и температура воздуха около плюс 16 градусов по Цельсию. Легкий ветер? К сожалению, о температуре у меня нет точных сведений. Вам не приходил в голову вопрос, зачем мы постоянно с вами связываемся, если мы и так все знаем лучше вас? По данным опроса Левака-центра, около 70% россиян не против искажения информации в СМИ в интересах государства. Наш корреспондент пообщался лично с самим директором Левака-центра Максимом Лобовым. Здравствуйте, Максим. Скажите, пожалуйста, каким образом проходило это исследование? Было проведено очень обширное исследование, в ходе которого мы опросили трех человек, двое из которых оказались не против. Да, действительно, я и моя супруга, мы считаем, что искажать информацию можно и нужно. И 70% россиян также считают. Скажите, а вы не считаете, что результаты ваших исследований искажены? Нет, я так не считаю. И могу сказать, что 80% россиян... поддерживают нас, считают так же, и этих 80% поддерживают еще 146% россиян. Мы вообще очень точный центр статистики. У нас в 10% случаев на 90% неправдивы 40% опросов. Многие российские СМИ взяли на вооружение прием легкого искажения информации. По их сообщениям, вчера в Новосибирской области во время оползня было построено около 10 домов и 2 больницы. В Архангельске власти города включили отключение отопления. А рубль продолжает уверенно расти по отношению к другим мировым валютам, если смотреть снизу. Новости политической жизни страны. В минувшую пятницу на кухне квартиры Михаила Пашкова состоялось очередное заседание диванных экспертов по геополитике. Форум собрал видных политических деятелей дома номер 50 по улице Семашко в Ростове-на-Дону. К участию в дискуссиях допускались исключительно мужчины рабочих профессий старше 40 лет. Как известно, именно они могут решить все мировые проблемы, особенно в пятницу вечером. Форум не обошли стороной и представители Евросоюза, ведь Алексей из 6-й квартиры на четверть латыш. В ход шли как проверенные аргументы. Да так люди говорят, комсомолка врать не будет, в автобусе шептались, так и тонкие дипломатические ходы. Наливаю только патриотам и сейчас на балконе вас всех запру. В определенный момент в лидеры вышел Василий Пятаков из 8-й квартиры. Он попросил прекратить эскалацию конфликта и благодаря знанию слова «эскалация» получил поддержку большинства участников. В качестве альтернативы было выдвинуто предложение сделать президентом Жириновского. Уж он бы всем показал. Также в ходе встречи коротко обсудили проблемы экономики, российского спорта, религии и заодно соседки с третьего этажа.
Через 6 часов активных переговоров эксперты ни о чем не договорились. А решение всех проблем, которое было найдено в 2 часа ночи, на утро благополучно забыли. Это было все на сегодня. Далее в эфире новости вашего региона. Здравствуйте! Вы смотрите новости Болотного района Читинской области. Над селом Чекуево сегодня пролетела очень большая птица. Очевидцы подтверждают этот факт. А какая она была? Ну, вот такая, вот такенная. А куда полетела? А вон туда полетела, да. Спасибо. Это были все новости Болотного района Читинской области на сегодня и еще на полгода.